Пожалуйста. А можно еще немного сливок? Для вас можно даже много. Сей! О! Ты мою пену для бритья не видел? Ну? Спасибо. Федя, а ты сколько еще тут жить собираешься? Квартиру новую поискать не хочешь? На какие шиши я ее поищу? Я за ту тут 3 дня назад заплатил. Хозяйка еще депозит забрала в счет ремонта. Ну, к маме вернись, поживи с ней немного. Сеня, мама у меня одна, и я у нее один. Поэтому бережем друг друга, живем порознь. Вот когда заработаю... Федя, ты... если ты 2 дня еще здесь поживешь, нам придется приплачивать, чтобы нас еду брали. Но есть же положительные моменты. Какие? Я, например, на работу не опаздываю. Да лучше бы ты опаздывал. А ты думаешь, мне нравится здесь жить? Ты думаешь, моя мечта жить на кухне, в вагончике? Отличное место завести семью. А мои дети вообще в восторге от нашего дома будут. Видишь, Маша, какой у тебя большой дом? Дядя Сеня, а ты завтра к нам придешь работать? Любой может стать жертвой обстоятельств 5-го размера. Друг для того и друг, чтобы помочь в трудный момент. Фей, да я же не против, это Маринка. Маринка. Понятно. Говорят, собака – друг человека. Грустно, когда друг становится собакой. Папа, собака лучше, чем дядя Сеня. Да. Да в конце от концов, кто в доме главный? Федь, пока ищешь новое жилье, будешь жить у нас. Сеня, Федя. С понедельника по четверг в 19:00. Я же тебе говорю, заработаем. Премьера на СТС.